Короче, затарилась в магазе, пришла на остановку, открыла баночку 7-Апа. Не беляши, конечно, но можно выпить за ваше здоровье, пока жду автобус. Удобно, здесь есть расписание. О да, я порося, конечно. Так, куда ж мне его поставить, типа, чтобы не вымазать лавочку? Короче, удобно, здесь есть расписание. Можно отсканировать QR-код и посмотреть, через сколько будет нужный вам маршрут, приедет через сколько. Вот я посмотрела, мой будет там минут через 10, поэтому я могу выпить спокойно 7-Up. Но уже выпила, взяла, на себя налила, напилась от 7-Up, так сказать, разлилась, ну ничего, подсохнет, что уж делать. Что там расстраиваться, правильно, не надо расстраиваться. Поэтому подразвела, стою на остановке, пью 7-Up, жду автобуса, потому что не хочу с пакетом идти в уборку. Я очень ленивая стала здесь. Даже вот лень держать камеру вот так вверх. Вот так. Как нормальные люди, это нормальные блогеры делают это. Теперь я понимаю, почему у меня так мало подписчиков. Потому что я в основном вот снимаю как рахитос себя с пятью подбородками. И людям не интересно это смотреть. Они быстро переключаются на другой канал. Вот. У меня нет такого. Буду стараться, конечно, совершенствоваться для вас, мои любимые. Но не все сразу, не все сразу. Не выходит все сразу. Эта девочка, она шла, прошла мимо меня, потом достала телефон и через свое плечо сфоткала меня. Думает, может, какой-то известный ютубер, а у нее уже будет фоточка, когда она типа в интернете посмотрит. Такая, опа, а у меня уже фотка есть. Поэтому стою на остановке, вообще нет, смотрю на все. В принципе, нормально. Жду автобуса. И как-то вот коротое время записываю видос. Прикупила тут фильтр на 5 розеток. Там такие хорошие, толстое сечение. Можно будет 2 стиральных машины, один утюг и чайник подключать одновременно, если проводка в доме выдержит. Дядечка тоже захотел фагот попасть. Говорит, блогеры тут какие-то развелись. Какие-то люди вот в масках идут, медицинских, и с пёсиком, с палочкой. А, может, они на остановку, чтобы потом руками уже маску не трогать. Да, мне нужно маску найти, потому что здесь в автобус вы не зайдете без маски. Вот в чем нюанс. Поэтому надо добивать и искать маску. Маски. Они не волнуются, что я их, что я не я их, я их точно не знаю, что их кто-то распознает. Они уже в масках, как грабители. Какой-то человек тоже хочет куда-то поехать, изучают карту. Здесь вот есть такие вот штрих-коды. Вы их сканируете в своем телефоне и по ссылке переходите прямо на таблицу всех маршрутов, которые на этой остановке проходят. И через сколько минут какой автобус будет там прописан. Вот я также посмотрела, через сколько будет мой автобус. Посмотрела, что там,
чуть больше 10 минут, открыла 7-Up и чилю на остановке. Что еще делать? Тепло на улице, нормально. Дябчик тоже пришел и чилит йогуртом. Надо уже, ну, еще минут 5 не будет автобуса, наверное, уже собираться. Спортсмены вечерние вышли. Уже много даже делать, а не йогурт. Фиг его знает, как этот пивас здесь выглядит. Я его не выпила. Я только грабителя яблочек люблю. Может, кто знает, тот поймет. Есть такой напиток. Мы вспомнили грабители. Вор яблок. Не знаю, яблочный вор. Вот, яблочный вор. Я очень обожаю яблочного вора. Вот, если кто знает, кто такой яблочный вор и что это здесь в Испании, тот поймет. Будем собираться на автобус. Такие дела. Так что не грустите, не скучайте. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте колокольчики, лайки обязательно. Комментарии очень обязательно. Пишите, что бы вы хотели еще узнать. По Испании все расскажу. Возможно, даже покажу, съезжу, куда надо. Выпью за ваше здоровье. Всем чао. Adios.